В настоящий момент нами уже получено первое оборудование. Это электрокардиографы двухканальные, их два. Также получены пульсоксиметры для измерения уровня сатурации, то есть наличие кислорода в крови для детей. И в ближайшее время мы ждем аппараты искусственной вентиляции легких, которых будет 35 штук. Плюс будет 30 кислородных концентраторов и другое оборудование. В настоящий момент мы получили большую партию медикаментов, которые нужны будут для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Также у нас есть достаточное количество средств индивидуальной защиты и средства для проведения дезинфекции. Что еще? В настоящий момент мы также получили еще расходники для того, чтобы аппараты искусственной вентиляции легких могли бесперебойно работать. Экспресс-тесты в настоящий момент еще мы не получили. Тест-системы для проведения полимеразной цепной реакции для определения вируса, коронавируса, мы ждем в ближайшее время. Насколько я понимаю, они сейчас где-то в стране, но идет процедура растамаживания.